сути, так, вот, в общем-то, я должен, быть, должен был бы учиться от вас тому, чего я хотел бы сегодня учить вас. Але заним powiem, о чем będę mówił, но прежде чем скажу, о чем я буду говорить, kilka pytań do was. Несколько вопросов к вам. Pytanie pierwsze. Вопрос первый. Кто из вас был kiedyś zmęczony, zanim jeszcze... Jak tylko pomyślał o tym, co ma do zrobienia. Кто из вас был уставший еще до того, как только подумал о том, что ему нужно что-то сделать? О, dziękuję bardzo. Czuję się już lepiej. O, уже мне уже легче. Спасибо большое. А кто из вас чувствовал себя измученным в понедельник рано так само, как чувствует себя измученным в пятницу по закончению работы? А кто из вас чувствовал, что в понедельник вы уже устали настолько сильно, как будто это уже пятница после всей работы? Odrazu lepiej. Сразу легче. А кто из вас? А кто из вас przyniósł pracę do domu, by w weekend nadrobić to, co nie udało mu się zrobić w tygodniu? Принёс работу в выходные, чтобы на выходных сделать то, что вы не успели сделать в течение недели. No, widzę, że sporo osób. Вижу, что много людей. To ostatnie, jeszcze jedno pytanie. Еще один вопрос. А кто из вас чувствовал себя винным с того повода, что отпочива? А кто из вас чувствовал вину, потому что вы отдыхаете? О, dziękuję bardzo. Благодарю вас большое, спасибо. Еще одно питание. Еще один вопрос. А кто из вас когда-то имел такое мечтание? А кто из вас имел такую мечту? Ох, хоть бы раз на хвилю оторваться от этого всего. А чтобы только раз на мгновение вот просто оторваться от этого всего. О. Вот. To znaczy, że dzisiaj musimy porozmawiać o tym, co Bóg nazywa święceniem dnia szabatu. I tak, to znaczy, że сегодня мы должны поговорить о том, что Бог называет освящением шабата или празднованием шабата. Musimy dzisiaj porozmawiać koniecznie o tym, co Bóg ma do powiedzenia na temat odpoczynku. Сегодня мы обязательно должны поговорить относительно того, что Бог, как Бог смотрит на отдых. Wiecie, te podniesione ręce świadczą, że większość z nas to są pracoholicy. И вы знаете, что те руки, большинство этих рук, которые были подняты, свидетельствуют о том, что мы с вами трудоголики. Czy wiecie, że pracoholizm rani więzi ludzkie? Вы знаете, что трудоголизм рани niszczy więzi międzyludzkie. Он разрушает связи между людьми. Myślicie, że tak jest? Думаете, что как вы думаете, так есть? А czy zgodzicie się z takim stwierdzeniem, że pracoholizm rani więzi między niszczy nasze relacje z Bogiem? A wy możecie li согласиться с таким утверждением, что трудоголизм он разрушает наши взаимоотношения с Богом? I dlatego tytuł mojego dzisiejszego przesłania brzmi Lekarstwo na pracoholizm. I tak, поэтому название моей сегодня проповеди звучит как лекарство для трудоголизма, от трудоголизма. Właśnie dlatego, że pracoholizm niszczy więzi międzyludzkie i więzi z Bogiem, Bóg dał czwarte przykazanie. Собственно говоря, именно потому, что трудоголизм разрушает связь между людьми и между Богом, Бог дал четвертую заповедь. I jest ono całkowicie poświęcone dniowi wolnemu od pracy. I a ta zapowiedź полностью посвящена дню свободному от работы. A kto z was wie, które przykazanie z 10 jest najdłuższe? A jak wy, kto z was zna, jaka zapowiedź z 10 jest najdłuższej? Dłuższej. Czwarte, o święceniu sabatu. O święceniu sabatu, o соблюдении szabata. To jest najdłuższe z 10 przykazań. To samая длинная заповедь из 10. To tak jakby chciał Bóg nam powiedzieć, potraktujcie to poważnie. To tak jakby Господь сказал, отнеситесь к этому очень серьезно. To nie jest tylko moja sugestia. Это не только моё пожелание. No ale teraz posłuchajmy tego przykazania. Давайте послушаем эту заповедь. Przeczytasz było, tak, да, это Исход, 20 глава, 8 стих. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай волны никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих». Чтобы зрозуметь день Шабату, musimy zobaczyć, gdzie jest jego źródło. Чтобы понимать субботу, нужно увидеть этот, чтобы понимать этот день субботний, нужно увидеть, откуда источник, откуда идет он. А źródło jest opisane w pierwszej księdze Mojżeszowej w drugim rozdziale, w drugim wierszu. А источник находится в Бытие, во второй главе,
И другим во втором стихе. Итак, «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал». Шаббат, więc, jest pamiątką stworzenia, dowodem na to, że Bóg jest Bogiem stworzenia i że to, co stworzył, jest dobre. Итак, Шаббат является напоминанием о дне творения, о том, что Бог, то, что сотворил Господь, оно является добрым, и нужно об этом помнить. Ciekawą informację czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, w 5 rozdziale, w 15 wierszu. Interesującą informację czytamy w Второзаконии, w 5 главе, w 15 стихе. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцу высокую, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний». Dlatego Шаббат есть также памятником вызволения из неволи. Итак, Шаббат также является напоминанием освобождения из рабства. Подсумовując, więc можно powiedzieć, że Шаббат miał świadczyć o dwóch rzeczach. Итак, подводя итог, мы можем сказать о том, что Шаббат должен был свидетельствовать о двух вещах. По-первых, о Божьем створении. Во-первых, о Божьем сотворении. И по-друге, о Божьем вибавлении. О Божьем искуплении. Помышлите о тем. Подумайте об этом. Шаббат ма свидетельствует о Божьем створении. Шаббат должен свидетельствовать о Божьем выбавлении. О Божьем сотворении и Божьем искуплении. Целем Шаббату, więc, была релация человека с Богом. Целью Шаббата была, были взаимоотношения человека и Бога. Gdyż dzień ten miał, gdyż ten dzień dawał człowiekowi możliwość spojrzenia na to, co było wczoraj, czyli na doskonałość stworzenia. Поскольку этот день давал возможность для человека посмотреть на то, что было вчера, или на совершенство творения. Pozwalał też spojrzeć na teraźniejszość, czyli niewolę grzechu. Dawał возможность посмотреть на сегодня, или то, что вот есть несвобода от греха. I spojrzeć w przyszłość, na Boże wybawienie. I посмотреть вперед на Божье искупление. Zobaczcie, jeszcze raz się nad tym skoncentrujmy. Jeszcze raz, посмотрите, давайте сконцентрируемся на этом. Шаббат miał нас сконцентрować. Шаббат должен был нас сконцентрировать. На trzech rzeczach. На трех вещах. На пięknie Bożego stworzenia. На красоте Божьего творения. На тем, что teraz jesteśmy в грzechu. На том, что сейчас мы находимся во грехе. I spojrzeć wprzód na Boże wybawienie. I посмотреть вперед на Божье искупление. To ważne bardzo rzeczy. Это очень важные вещи. Stał się więc, tak jak mówił apostoł Paweł, Szabat stał się cieniem rzeczy przyszłych. I jak mówił apostoł Paweł, Szabat stał cieniem будущего. Na koniec postaram się wrócić do tej myśli. I w końcu wrócę do tej myśli. Ale musimy być bardzo praktyczni i odpowiedzieć sobie na pytanie, co znaczy Szabat dzisiaj w XXI wieku. No my должны być очень praktyczni i odpowiedzieć sobie na вопрос, co znaczy w naszym XXI wieku Szabat dla nas. Szabat oznacza dzień odpoczynku. Szabat oznacza dzień oddycha. W Ewangelii Marka w 2 rozdziale, w 27 wierszu Jezus powiedział, że szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. W Ewangelii od Marka, w 2 главie, 27 stichie, Jezus сказал o tym, że szabat является postawiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabata. I tam napisano, subota dla człowieka, a nie człowiek dla soboty. Bóg mówi, ustanowiłem to dla waszego dobra. Bóg mówi, ja zrobił to dla waszego dobra. A celem jest zapobieganie wypaleniu się. A celem является предупреждение выгорания. Posłuchajcie tego uważnie. Posłuchajcie to внимательно. Każdy z nas co 7 dni potrzebuje fizycznie, emocjonalnie i duchowo ponownie się naładować. Każdy z nas, każdy z 7 dni просто нуждается fizycznie, emocjonalnie i duchowo w tym, żeby duchowo, żeby зарядиться. Ponieważ po 7 dniach nasze baterie są na wyczerpaniu. Поскольку после 7 дней наши батарейки уже разряжены. Kochani, taka jest prawda. Возлюбленные, такая, но это правда. Taka jest natura naszego stworzenia. Такая природа нашего сотворения. Так Nasze батареи функционируют przez 6 дней. Наши батарейки могут работать в течение 6 дней. Takie jest Boże prawo. Такой Божий закон. Słuchajcie, 30 лет я пастор. Знаете, 30 лет я пастырь.
30 лет мовię kazania. 30 лет я говорю проповеди. И не раз себе сам мовię. И неоднократно сам себе говорю. Gdybym tylko 10% zastosował z tego, co nauczam. Если бы хотя бы 10% я использовал того, что я учу. Моё życie by było na wiele wyższym poziomie. Моя жизнь была бы на совершенно другом высоком уровне. Wiecie, żyjemy w czasach, gdzie my chrześcijanie myślimy, ja o tym rok temu mówiłem. И вы знаете, что мы сейчас в таких временах находимся, что мы как христиане думаем, że wiedza równa się zmiana, что знание равно изменение, to jest fałszywe, это неправда, это фальшивое. Wiedza nie równa się zmiana, знание не равняется изменениям. Dopiero wiedza plus zastosowanie równa się zmiana. Знание, применение равно изменение. Сама wiedza tworzy faryzeuszów i uczonych w piśmie. Только знание, оно творит фарисеев и книжников. Zastosowane Boże Słowo, wiedza z Bożego Słowa zastosowana tworzy Bożych ludzi. Znanie i słowa, które przymieniamy, tworzy Bożych ludzi. I jedną z prawd jest to, że tak jesteśmy skonstruowani, że po 6 dniach musimy naładować swoje baterie. Jedna z istyn takowa, w ciągu 6 dni, po 6 dni my prosto obowiązani zarządzić nasze baterie. Dlatego Bóg mówi, ustanowiłem to dla waszej korzyści. Поэтому Бог говорит, я поставил это для вашей пользы. To jest antidotum na wypalenie się. Это антидот на выгорание. To jest antidotum na pełen stresu i nacisku świat, w którym żyjemy. Это антидот против наполненного мира стрессом и давлением. Кто из вас отчува, что свят, в котором живем, вытваря на нас coraz większą presję? Кто ощущает из вас, что мир, в котором мы живем, все больше и больше давит на нас? Chce z nas wyciągnąć jak najwięcej, wycisnąć. Он хочет вытянуть из нас как можно больше, просто отжать нас. И dlatego Бог дал шаббат, чтобы до этого не дошло. И поэтому Бог дал шаббат, чтобы к этому не пришло. Часами люди меня питают, когда мам święcić свой шаббат. Иногда люди меня спрашивают, когда я должен святить свой шаббат. Niektórzy знают мою историю, что zanim spotkałem Chrystusa, на своей дороге spotkałem chrześcijan дня sobotniego. Некоторые знают мою историю, что прежде чем я встретил Иисуса, я встретил на своей дороге христиан субботников. То не адвентисты. Это не адвентисты. Баптисты дня седьмого. Это баптисты седьмого дня. Дуже ще от них научилось. Очень много от них научился. И то, что повем, не мусите ще зе мною сгадзать. И то, что вам скажу, вы не должны со мной соглашаться. Знам христиан, которые святуют свой шаббат в субботу. Знаю христиан, которые празднуют свой шаббат в субботу. И то мне ще бардзо подоба. И мне это очень нравится. Są tacy, którzy święcą swój szabat w niedzielę. Jest te, które празднуют свой шаббат в воскресенье. Osobiście nie mam nic przeciwko temu. Лично вообще не имею против этого. A ja swój szabat mam w związku z wykonywaną pracą w poniedziałek. A ja w соответствии со своей работой свой шаббат имею в понедельник. Ale moje przekonanie jest takie, jak apostoła Pawła, żeby nikt nas nie sądził z powodu tego dnia. No, moja uwierzenie jest w tym, że, jak i apostoła Pawła, żeby nikt z nas nie osądzał po odnoszeniu temu dniu, no, z przyczyny tego dnia. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi każdy dzień odczynia jednakowo. Kto to odlicza dzień od dnia, kto to dla kogo to wszystkie dni jednakowe. Ale osobiście wierzę, że co 6 dni, po 6 dniach musimy odpocząć. No, лично ja wierzę, że po 6 dni my obowiązani oddychać. Chwała Bogu, że mamy wolną sobotę i możemy to czynić w sobotę. Слава Богу, что у нас есть свободная суббота, и можем делать это в субботу. Что могу робить подчас, что мам робить подчас моего шабату? Что я должен делать во время моего шабата? Чили, иначе мовёнц, как мам święcić тен день? Или иными словами, как я должен освещать этот день? Отповедьте мне на питание. Ответьте мне на такой вопрос. Как вы думаете? Чи посядание регулярно одного дня в тигодню? Вольного, добре бы вплинуло на ваши родины? Как вы считаете, имение такого вот одного дня в неделю, когда он свободен, хорошо ли бы это повлияло на вашу семью? Мыслите, что так есть? Думаете так? А добре бы то вплинуло на вас? А хорошо бы это повлияло на вас? Очевидно. А добре бы то вплинуло на релации с Богом? А хорошо ли бы это повлияло на ваши отношения с Богом? Бог мови. Święć go. Бог говорит, освящай его, святи его. Слово święty mówi отделенный, inny. Святое Писание говорит, отделенный, другой.
Бог мови, хочу, чтобы ты этот день отделил от иных. Бог хочет, чтобы ты этот день отделил от других. Чтобы ты предназначил его до зупełnie чего-то иного. Чтобы ты дал его к принципиально чему-то другому. Того дня маш изменить свое темпо. Именно в тот день ты должен изменить свой темп. И właśnie takie jest znaczenie. Уникальное, зарезервованное, специальное. Собственно говоря, это и есть то, что значит шаббат. Уникальный, отделенный, особенный. Jak więc mam wykorzystywać ten dzień? Итак, как я должен использовать этот день? Odpowiedź jest prosta. Ответ очень простой. Przez wykorzystanie go w taki sposób, w jaki Bóg chce, żebyś go wykorzystał. Таким образом используйте его, как Бог хочет, чтобы вы его использовали. Jak więc mam to zrobić? Итак, как вам это сделать? Posłuchajcie. Posłuchajcie. Бог хочет, abyś wykorzystał szabat, aby odpocząć. Бог хочет, чтобы ты использовал шаббат, чтобы отдохнуть. Ponownie się naładować. По-новому зарядиться. И odnowić. И обновиться. Odpocząć, naładować, odnowić. Tak. Отдохнуть, зарядиться, обновиться. И teraz praktyczne rzeczy. И сейчас практические вопросы. Pierwsza rzecz. Первый вопрос, первый момент. Użyj tego dnia do odpoczynku ciała. Используй этот день для отдыха тела. W Psalmie 127 czytamy, że Bóg nawet we śnie obdarza swojego umiłowanego. W 126 psalmie, w 2 stichie, my czytamy o tym, że Bóg nawet we śnie posiścia swojego возлюбленного. Inaczej mówiąc, Bóg chce, aby jego dzieci miały właściwy odpoczynek. Innymi słowami, Bóg chce, żeby jego dzieci mieli odpowiedni oddech. Бог мови, хочу, abyś był wypoczęty. Бог говорит, я хочу, чтобы ты был отдохнувшим. Хочу, чтобы твое тело было wypoczęte, бо твое тело потребует отпочинку. Хочу, чтобы твое тело было отдохнувшим, потому что твое тело нуждается в отдыхе. Слушайте, это так bardzo важно, что Бог себе самого дал за пример. Вы знаете, что это настолько важно, что Бог сам стал примером для этого. Kiedy Bóg stworzył świat, wiemy o tym wszyscy. No, kiedy Bóg stworzył świat, no, my znamy o tym wszyscy. Mówi, że zajęło mu to 6 dni, a 7 dnia co zrobił? Napisano o tym, że zajęło to dla niego 6 dni, a 7 dzień, co on zrobił? Co zrobił Bóg 7 dnia? Co Bóg zrobił na 7 dzień? Odpoczął, tak jest. Michał, tak i da. Czy on się męczy? On stradał? Nie. Bóg się nie męczy. Bóg nie stradał, nie mucił się. Dlaczego więc Bóg odpoczął dnia siódmego? Dlaczego Bóg oddychał siódmy dzień? Bo chciał zostawić nam pewien przykład, pewien model postępowania. Потому что хотел оставить для нас определенный пример, определенную модель того, как мы должны поступать. Wskazując każdemu z nas, указывая для каждого из нас, że to jest ważne, aby każdego siódmego dnia odpocząć. Что это очень важным, чтобы каждый седьмой день мы отдыхали. Wiecie, o czym mówią badania? Знаете, о чем говорят исследования? Badania mówią, że 62% ludzi mówi o tym, że jest wypalonych albo jest w drodze do wypalenia. 62% ludzi mówi o tym, że oni перегоревшие, либо уже по пути на перегорание. Jeśli rujnujesz swoje zdrowie, если to wcale nie jesteś taki sprytny. Если ты разрушаешь свое здоровье, то, собственно говоря, не такой уж ты молодец. Ktoś powiedział to tak. Кто-то сказал это таким образом. Połowę swojego życia tracimy zdrowie, żeby zyskać pieniądze. Половину своей жизни тратим здоровье, чтобы заработать денег. A drugą połowę tracimy pieniądze, żeby zyskać zdrowie. А вторую половину тратим эти деньги, чтобы получить здоровье. Wiecie, jak to się nazywa jednym słowem? Знаете, как это одним словом называется? Głupota. Глупость. Możesz rozpalić piec tak bardzo, że on sam spłonie. Można tak pieczkę nagrzeć silno, że ona sama zagorzy. Potrzebujesz wziąć dzień wolny i odpocząć. Ty нуждаешься się w tym, żeby wziąć swobodny dzień, wychodnej i oddechnąć. Posłuchajcie tego uważnie. Posłuchajcie to внимательно. Mówimy o bardzo ważnych rzeczach. Говорим об очень важных Mówimy вещах. Mówimy o Bożych zasadach. Говорим о Божьих принципах. Wiecie, wielu ludzi odrzuca dzisiaj Boże zasady. Сегодня множество людей откидывают Божьи принципы. A potem mówi, coś jest nie tak ze mną. А потом говорят, что то со мной не так. Możesz zostać strawiony przez swoją własną karierę. Możesz być поглощён через свою собственную карьеру. Jest wiele pokuszeń, które popychają nas do nieustannej pracy. Jest очень множество искушений, которые толкают нас к работе, которая беспрерывна.
Więcej pieniędzy, więcej uznania, больше признания, więcej promowania, więcej sensu, больше смысла, больше такого продвижения, więcej osiągnięć, больше достижений. И те wszystkie siły mówią: pracuj więcej, pracuj więcej. Все силы говорят: давай работай больше, больше работай. Аж в конце можешь стать się uzależniony od swojej pracy. Но в конце ты можешь стать зависим от своей работы. Ale nasze ciała nie zostały stworzone do nieustannej pracy. No nasze ciała nie były stworzone dla bezprzerwnej pracy. Salomon powiedział. Salomon сказал: głupiec męczy się swoim trudem, a nie zna nawet drogi do miasta. Głupi страдает от своего труда, но не знает даже дороги к городу. Posłuchaj tego uważnie. Это у нас Соломона 10:15. Posłuchaj tego uważnie. Posłuchaj to внимательно. Cokolwiek robisz, zarabiając na życie, potrzebujesz raz w tygodniu odpocząć. Что бы ты ни делал, зарабатывая себе на жизнь, раз в неделю ты нуждаешься в том, чтобы отдохнуть. Не przynoś tego dnia do domu pracy. Не приноси в этот день домой работу. Należę do tych ludzi, którzy czasami myślą, że jadąc samochodem bez odpoczynku dalej dojadą. Wy знаете, я такой человек, который, как и люди некоторые, которые думают, что еду на машине и как-то уж там доеду. I zauważyłem kiedyś, że jadąc bez przerwy, nie robiąc odpoczynku, zasnąłem za kierownicą i mało co nie doprowadziłem do tragedii. I wy знаете, однажды я заметил, что вот так, когда я ехал и не отдыхал, я заснул за рулем и практически чуть аварию не сделал. Nawet eksperci od pracy mówią, że ludzie, którzy regularnie wypoczywają, są bardziej produktywni. Даже эксперты по труду говорят о том, что люди, которые постоянно отдыхают, они более продуктивны. A stare indyjskie przysłowie mówi, że jeśli ciągle napinasz łuk, to on w końcu pęknie. A stara indyjska pословица говорит о том, что если ты все еще натягиваешь, постоянно натягиваешь лук, в конце концов он лопнет. Dlatego po pierwsze. I tak, во-первых. Daj w szabat odpocząć twojemu ciału. Daj w szabat oddechnąć swojemu ciału. A teraz poważne pytanie. A сейчас важный вопрос. Czy Bóg kiedykolwiek musiał ciebie powalić, ponieważ sam nie chciałeś się położyć? A było ли такое, что Бог когда-то вынужден был сам тебя положить, потому что ты не хотел? Zdarzyło się wam? Było у вас такое, да? Dziękuję za szczerość. Благодарю за искренность. Ludzie, którzy nigdy nie biorą dnia wolnego, ludzie, którzy nigdy nie biorą выходной, ostatecznie nadrabiają to leżąc dwa tygodnie w szpitalu. W конце концов, biorą to, leżą dwie недели w госпитале. I nie jest to leżenie na zielonych pastwiskach. I to nie zielone luga, to nie takie leżenie. Ale w przypadku naszych krajów to najczęściej jest to szara sala z odrapanymi ścianami. A w большей степени, z uczetem naszej realności, to серые поцарапанные стены. To wtedy my nazywamy to są skumulowane szabaty. I my mówimy, to takie akumulowane szabaty. Bóg zebrał wszystko w kuczu. Ale niektórzy z was mówią to, co ja mówię. Kiedy odpoczywam, ja się czuję winny. No niektórzy z was mówią to, co ja mówię, o tym, że kiedy oddycham, czuję winę. Nie musisz czuć się winny. Jezus także odpoczywał i nie czuł się winny. Posłuchajcie, wy nie должны ощущать вину. Иешуа отдыхал и не чувствовал вину от этого. On brał wolne jeden raz w tygodniu. Он отдыхал один раз, брал выходной один раз в неделю. I nikt więcej nie dokonał od niego niż on zaledwie w 3,5 roku i jego pracy. I nikt więcej, чем он не сделал за 3,5 года такой работы. Nawet Bóg wziął wolne po całym akcie stworzenia. Даже Бог взял выходной после всего акта творения. A ty kim jesteś? A ty kto вообще? Posłuchajcie tego uważnie. Posłuchajcie to внимательно. Niechęć do tego, żeby wziąć wolne, oznacza. Нежелание по отношению к тому, чтобы взять выходной, означает: mam tak wiele pracy. I mnie столько работы. Jestem tak ważny. Ja такой важный, że beze mnie świat się rozleci. Что без меня мир, короче говоря, разрушится. I chcę ci powiedzieć, możesz spokojnie zrezygnować z funkcji generalnego zarządcy świata. I знаете, что хочу вам точно сказать, можете спокойно отказаться от функции генерального управителя мира. I świat się nie rozpadnie. И мир вообще не разрушится. Wiecie, niechęć do odpoczynku jest oznaką niedojrzałości. I wy знаете, нежелание по отношению к отдыху является признаком незрелости. I niedojrzałości i niepewności. Niezrelosti i nieuwierenosti.
Kiedy jesteś niedojrzały, nie lubisz odpoczywać. Если ты незрелый, ты не любишь отдыхать. Przykład? Пример. Które kogo dzieci z was любили się kłaść w tym czasie, kiedy wy chciałyście, żeby się położyły? У кого из вас дети любили ложиться спать тогда, когда вы вот, ну как бы говорите, давай. Так? Мелище такие дети, которые есть любили, такие некоторые дети, мели, которые так? Вы говорили, вот давай, и они там раз. А кто, которых из вас дети, когда я хотелось ее положить, захотело им все пить, хотели что-то съесть, а у кого дети, работы, когда им говоришь, надо ложиться, они надо, ну, пить, кушать, что-то, та, писикаки, так? Пирожки, все. Але что робят мудрые родители? А что делают мудрые родители? Часами змушают их до спания. Некоторых просто периодически обязывают их спать. Бо если не отпочнут, то наступного дня будут до ничего. Потому что если не отдохнут, на следующий день они будут ни к чему не годны. Не будут присваивать знания так, как должны. Вообще не смогут усваивать знания, как должны. Не будут себя ангажировать так, как должны. Не будут вовлекаться так, как должны были бы. И часами также Бог мусит нас примусом положить на зеленых пастбищах. И периодически Бог так вот должен иногда нас силой взять и положить на зеленые луга. Але может так, как я мувишь. Ну, а может быть, ты как я, говоришь так же, как я говорю. Але я мушу это всё сделать, Пане Боже. Я, Боже, я должен все это сделать. А Бог мови, а мне твои термины не обходят, мусишь один день отпочить. А Бог говорит, а мне твои сроки вообще не волнуют, ты должен один день отдохнуть. Ale nie tylko chodzi o wypoczynek ciała. Po pierwsze, wypoczynek ciała. No, речь не только об отдыхе тела. Ну, конечно, во-первых, отдых тела. Ale my nie tylko jesteśmy zmęczeni fizycznie. No, my nie tylko уставшие физически. My także jesteśmy zmęczeni emocjonalnie. Także my уставшие эмоционально. Są dwa rodzaje zmęczenia: fizyczne zmęczenie, kiedy mięśnie się męczą, i emocjonalnie, kiedy jesteśmy wyczerpani w swoich emocjach. Jest dwa typy усталости. Когда мы физически с вами устали, и есть, когда мы исчерпали свои эмоции, наши эмоции уставшие. Zmęczenie emocjonalnie to generalnie zmęczenie naszej duszy. И эмоциональная усталость – это, собственно говоря, усталость нашей души. I to jest o wiele większy problem dzisiaj niż zmęczenie fizyczne, większość z nas najprawdopodobniej nie pracuje fizycznie. I to намного больше проблема, чем усталость даже физическая, потому что, скорее всего, большинство из нас не работают в большей степени физически. Wielu z nas pracuje w takich miejscach, które wysuszają nasze emocje, naszą duszę. Mnóstwo z nas pracuje w takich miejscach, które isuszają nasze emocje, nasze duszy. Myślę, że to jest doświadczeniem wielu z was. Думаю, что это переживание множества из вас, многих из вас. Że cały wolny czas przespałeś i w poniedziałek, idziesz do pracy emocjonalnie zmęczony. A что вот свободное время ты поспал, но в понедельник ты идёшь на работу, а ты уже эмоционально уставший. Zdarzyło się wam tak? Было в понедельник już эмоционально выконченным до pracy. Что в понедельник ты выходишь и ты эмоционально уже убитый. Dlaczego? Почему? Ponieważ fizyczny odpoczynek nie wystarczy. Поскольку физический отдых этого недостаточно. Fizyczny odpoczynek zregeneruje ciało. Физический отдых он восстановит тело. Ale nie odnowi naszych sił emocjonalnych, duszowych. Nie odnowi naszej emocjonalnej, duszewnej siły. Dlatego Bóg mówi, żeby w dniu szabatu zrobić jeszcze dwie rzeczy oprócz odpoczynku ciała. Поэтому Бог говорит, что во время шабата, дня шабата, ты должен сделать еще две вещи, кроме отдыха тела. Pierwsze, odpoczynek ciała. A отдых тела. Drugie. Второе. Użyj tego dnia do odnowienia swoich emocji, czyli do odnowienia swojej duszy. Используй этот день для того, чтобы обновить свои эмоции или обнови свою душу. Nie wiem, jak jest w waszym kraju, ale pewnie jest podobnie jak w naszym. Nie знаю, как у вас, в вашей стране, но, наверное, так же, как и у нас. Ale w moim kraju my ciągle się spieszymy. A no, w mojej stronie my постоянно куда-то спешим. I ciągle potrzebujemy jakiejś dawki regularnej inspiracji i zachęty. I постоянно my нуждаемся w какой-то dozie такой, знаете, мотивации, желания и такого, давай. Istnieją trzy rzeczy, które są uniwersalne i które potrzebujesz zrobić w dzień szabatu, aby odnowić swoje emocje, aby odnowić swoją duszę. Существуют три вещи, которые ты обязательно должен сделать в день шабата для того, чтобы обновиться и оживить свою душу. Po pierwsze, jeśli chcesz odnowić swoją duszę, to w dniu szabatu musisz znaleźć taki moment spokoju i wyciszenia. I tak, во-первых, если ты хочешь обновить свою душу, то во время шабата, дня шабатнего, ты должен найти такой момент, когда бы ты нашел такое место покоя и успокоения.
Psalm 22 u was. 22 psalom. Mówi o tym, że Bóg na niwach zielonych pasie mnie, na spokojne wody prowadzi mnie. Mówi o tym, że On pokoi nas na zlacznych pażyciach i pokoi i wiedzie nas na te pażycie. Słuchajcie, dzisiaj niełatwo jest znaleźć takiego miejsca wyciszenia. I wy знаете, сегодня так вот сложно, не просто найти такое место тишины. Ale wiecie, co mówi Biblia? No, знаете, что говорит Библия? Библия mówi, że w ciszy i w zaufaniu będzie nasza moc. Что Библия говорит о том, что в тишине и доверии будет наша сила. Библия mówi, uciszcie się i poznajcie, że jestem Bogiem. Biblia говорит, остановитесь и познайте, что я являюсь Богом. Wiecie, wiele lat temu byliśmy na takim wyjeździe, 30 lat, prawie 30 lat temu byliśmy na takim wyjeździe w Anglii z młodzieżą. I знаете, где-то вот уже, наверное, лет 30 назад были мы такой выезде с молодежью в Англии. Wtedy w Polsce były przemiany. I тогда в Польше были изменения. Wszystko było takie dynamiczne, ciągle była presja, ciągle praca. Tak dynamiczna, постоянно работа, работа. I pojechaliśmy na nabożeństwo do angielskojęzycznego kościoła. I pojechaliśmy na służenie k anglojęzycznemu w anglojęzyczną cerkiew. I w pewnym momencie kobieta, która nie znała języka polskiego. I w определенный момент женщина, которая не знала польский язык, powiedziała: "Ja mam widzenie jakiegoś napisu". I ona говорит: "Я вижу видение какой-то надписи". I ktoś mówi: "No to napisz to, co widzisz". No i кто-то говорит: "No напиши то, что ты там видишь". I ona po polsku napisała zdanie, nie znając polskiego. I ona po polsku napisała предложение, nie зная польского. Uciszcie się i poznajcie, że ja jestem Bogiem. Остановитесь и познайте, что я Господь. Kochani, potrzebujemy zaplanować czas wyciszenia. My нуждаемся w tym, żeby zaplanować время uspokojenia, ciszyny. Ponieważ Bóg mówi, że częścią twojego szabatu ma być cichy czas. Поскольку Бог говорит, что частью твоего шабата должно быть тихое время. Spędź go z Bogiem w wyciszeniu. Проведи его с Богом в такой тишине. Wiecie, wielu dzisiaj ludzi używa wolnego dnia, by odprężyć się i rozerwać, ale nie mają czasu na wyciszenie. Wy знаете, что сегодня многие люди используют выходной, свободный день для того, чтобы расслабиться и как-то повеселиться, но они не имеют время на то, чтобы успокоиться, побыть в тишине. И в понедельник идут до працы тотально застрессованы. И в понедельник идут на работу абсолютно в стрессе. А помните, что Иисус powiedział до учеников? А помните, что Иешуа сказал своим ученикам? Odejdźcie, отойдите i odpocznijcie sobie. I oddechnijcie sobie. Idźcie na ustronne miejsce. Idźcie w takie ciche miejsca. On powiedział im: wiele się w waszym życiu dzieje. On mówi: mnóstwo происходит w naszej жизни. I potrzebujecie iść na miejsce odosobnienia. I нуждаетесь w tym, żeby iść w miejsce уединенное. Posłuchajcie tego uważnie. Posłuchajcie to внимательно. Jeśli nie odejdziesz na bok, jeśli ty nie отойдешь в сторону, то вкрутце сам будеш на боку. То вскоре сам будеш в стороне. Слышите? Слышите? Если не отойдешь на бок, то вкрутце сам будешь на боку. Если ты не отойдешь в сторону, то вскоре сам будешь на обочине где-то в стороне. Wszyscy potrzebujemy czasu, żeby odpocząć, żeby się wyciszyć. Все мы нуждаемся в этом времени, чтобы отдохнуть, чтобы иметь тишину, успокоиться. Bardzo mi się podoba to, co powiedział pewien przewodnik podczas safari. Очень сильно мне нравится то, что сказал один проводник во время сафари. Powiedział tak. Он сказал так. Dzisiaj będziemy odpoczywać, aby nasze dusze dogoniły nasze ciała. Сегодня будем отдыхать, чтобы наши души догнали наши тела. Słyszycie? Слышите? Żeby nasze dusze dognały nasze ciała. Чтобы наши души догнали наши тела. I możesz to zrobić podczas czasu swojego wyciszenia. И можешь это сделать во время времени своего успокоения. Jeśli więc chcesz, żeby twoja dusza w szabat wypoczęła, если хочешь посему, чтобы твоя душа в шабат отдохнула, по первое знать час на вычишение и спокой. Во-первых, найди время на то, чтобы была тишина и покой. По-друге, во-вторых, użyj tego dnia, by poświęcić czas rodzinie. Используй этот день, чтобы посвятить время для семьи. Salomon powiedział. Salomon сказал: "Używaj życia ze swoją kochaną żoną". Żyj swojej жизнью со своей любимой женой. Wiecie, kiedyś w tradycji ten dzień był poświęcony na kościół i na rodzinę. Когда-то в традиции этот день был посвящен на церковь и на семью. I to myślę, że to jest dobry pomysł. Я думаю, что это хорошая идея. Bóg chce, żebyś zaplanował taki szczególny czas ze swoją rodziną. Bo chce, żebyś ty zaplanował takie особенное время со своей семьёй. Bo on chce, żebyście się do siebie zbliżyli. Потому что он хочет, чтобы вы приблизились друг к другу. Wiecie, co mówi Biblia? Знаете, что Библия говорит? Że umysł
Wypoczęty, zrelaksowany zapewnia ciału życie. Что мышление спокойное или отдохнувшее дает жизнь для тела. Это притча 14:30. Кто хотел бы из вас долго жить? Кто хотел бы из вас долго жить? Не кремпуйте еще. Давайте, не стесняйтесь тут. То мам рецепты на долгое житие. Есть у меня лекарство на хорошую жизнь. Вылюзуй. Расслабься. Отпрыжься. Давай-ка расслабься, вот просто отпусти. Побавься в coś ze swoją rodziną. Поиграйся в что-нибудь со своей семьей. Не тратишь вtedy часу. Нет, ты не тратишь просто в это время. Бог mówi, że potrzebujesz tak zrobić. Бог говорит, что ты нуждаешься в том, чтобы так сделать. Bo wesołe serce jest najlepszym lekarstwem. Потому что веселое сердце является наилучшим лекарством. Ale przygnębiony duch wysusza ciało. А так унылый дух высушивает кости. Posłuchajcie uważnie. Posłuchajcie внимательно. Człowieku. Ej, ludzi. Idź do domu. Idź do mojej. Pobaw się ze swoimi dziećmi. Poigraj się ze swoimi dziećmi. I porozmawiaj ze swoim współmałżonkiem. I porozmawiaj ze swoim suprugom, suprugaj. Albo odwrotnie. Ile na barot. Pobaw się ze swoim współmałżonkiem. Powiesilis ze swoim suprugom. I porozmawiaj ze swoimi dziećmi. I potem, że porozmawiaj ze swoimi dziećmi. Jeśli chcesz, żeby twoja dusza w dzień szabatu odpoczęła. Jeśli chcesz, żeby twoja dusza w czasie szabatu oddychnęła. Po pierwsze, zorganizuj czas spokoju i wyciszenia. Organizuj время покоя и такого тишины. Po drugie, poświęć ten czas rodzinie. Во-вторых, посвяти это время семье. A po trzecie, poświęć ten czas przyjaciołom. A w-третьих, посвяти это время своим друзьям. Potrzebujesz spędzić czas z innymi wierzącymi ludźmi. Ty нуждаешься в том, чтобы потратить этот время, уделить это время вместе с другими верующими людьми. Dlatego list do Hebrajczyków mówi: nie opuszczajcie spotkań waszych, tylko zachęcajcie siebie nawzajem. Поэтому послание к евреям говорит: не оставляйте собрания вашего, но ободряйте друг друга. Zachęcajcie jedni drugich na spotkaniach. Давайте ободряйте друг друга к тому, чтобы встречаться. A nie dołujcie się na spotkaniach. А не удаляйтесь от того, чтобы встречаться. Kiedy się spotykamy, mamy być dla siebie zachętą. Когда мы встречаемся, мы должны быть ободрением друг для друга. Dlatego Dawid powiedział: "Uradowałem się, bo idę do domu Pańskiego". Поэтому Давид сказал: "Я возрадовался, когда сказал, что иду в дом Божий". Dlaczego? Почему? Bo spotka się z Bogiem i z innymi wierzącymi. Потому что встречусь с Богом и с другими верующими. A my potrzebujemy się nawzajem zachęcać, podnosić na duchu, inspirować. W tym, żeby друг друга ободрять w duchu, вот так вот просто поддерживать. A ja, wiecie, niemalże każdego tygodnia spotykam ludzi, którzy do mnie mówią takie słowa. A ja praktycznie każdą niedzielę встречаю каких-то людей, которые говорят мне следующее. Dzisiaj nie mogłem przyjść, bo byłem tak zmęczony, czułem się tak niedobrze, miałem tak wiele pracy, miałem tak wiele do nadrobienia i po prostu nie przyszedłem na nabożeństwo. Сегодня не мог прийти, потому что был так уставший, столько работы и столько всего навалилось, что еще надо было еще доделать, и поэтому я просто не мог прийти сегодня на служение. Ale są też tacy, którzy mówią: byłem wykończony i padnięty. А были такие же, которые говорят: был убитый и полностью вот просто все. А jednak przyszedłem. Но все же пришел. И czuję się podniesiony. И чувствую, что я вот подняла меня это. Кто из вас coś takiego doświadczył? Кто такое из вас переживал когда-то? To teraz historia autentyczna. Итак, настоящая история теперь. Mój wykładowca w szkole biblijnej. Mój uczyciel w biblijskiej szkole. Opowiadał taką historię, że spotkał kiedyś dwóch biznesmenów ze swojego kościoła, których dawno nie widział na spotkaniach. Говорил о том, что встретил когда-то двух бизнесменов с его церкви, которых он давно уже не видел на собрании. No i pyta ich: dlaczego nie chodzicie? No i спрашивает: чего не ходите? A oni mówią: pastorze, mamy wiele pracy, wiesz, teraz mamy nowe zadania, pieniądze, tutaj biznes się kręci, ale jak się to wszystko ureguluje, wiesz to. A on говорит: пастор, ты знаешь, у нас сейчас столько заданий, столько дел, то деньги там крутятся, вертятся, вот ну все. Закончится, мы придем точно. Видите, что он им поведел? Знаешь, что он им сказал? Я бы не имел отваги, а он им поведел. Я бы не решился на это, но он сказал. То będę się modlił, żebyście tę pracę stracili. Но буду молиться посему, чтобы вы эту работу потеряли. I oni zaczęli się śmiać. I oni начали смеяться. Ale ten pastor nam powiedział. Ej, pastor говорит. Ale dzisiaj już się nie śmieją. No сегодня уже не смеются.
Nowy Testament mówi, że nowotestamentowi wierzący spożywali wspólnie posiłki. Nowy Zawet mówi o tym, że nowozawietni wierzący kuszyli совместные трапезы, принимали совместные трапезы. Myślę, że tego, czego dzisiaj nam brakuje, to wspólnych relacji, wspólnoty, współdziałania, wspólnej kawy czy herbaty. Думаю, что то, что сегодня нам не достает, это таких совместных отношений, совместного кофе, совместного общения, такого вот пребывания вместе. Wiecie, co mówi Biblia? Знаете, что говорит Библия? Że ten, który odświeża innych, sam doświadczy odświeżenia. Что тот, который освежает других, сам чувствует освежение, отдых, как бы обновление. Po pierwsze, więc użyj tego dnia, żeby odnowić swoje ciało. I tak, po pierwsze, используй этот день, чтобы обновиться в своем теле. Po drugie, użyj tego dnia, żeby odnowić swoją duszę. Po вторых, используй этот день, чтобы обновить свою душу. Wyciszając się. Через тишину. Poświęcając czas rodzinie. Poświęcając swoje время для семьи. I poświęcając czas przyjaciołom. I poświęcając это время также для своих друзей. I po trzecie, najważniejsze. I третье, самое важное. Użyj tego dnia, by wzmocnić swojego ducha. Используй этот день, чтобы укрепить свой дух. Zwróć się do Boga, bo to jest najważniejsza część szabatu. Обратись к Богу, потому что это самая важная часть шабата. Pójdźmy, pokłońmy przed Nim się. Пойдем и поклонимся перед Ним. Ten dzień jest szczególnym dniem oddawania Bogu chwały, dniem skupienia na Bogu. Этот день является днем особого поклонения, воздавания Богу хвалы. Давайте сосредоточимся на нем. Dlatego ważne jest, aby pamiętać o tym, co jest najważniejsze i przeżyć ten dzień tak, aby zbudować naszego ducha. Поэтому очень важно помнить, что самое важное, прожить этот день так, чтобы построить свой дух. Posłuchajcie tego przykładu. Posłuchajcie ten przykład. W samolocie jest taki przyrząd, który się nazywa żyrokompasem. W samolocie jest taki przybór, który nazywa się jakimś super tam żyrokompasem jakimś. No. I on pozwala utrzymać samolot w równowadze. I on pozwala trzymać samolot w równowadze, żeby on nie zawaliwał. Wiecie, co wiedzą piloci? Znacie, co znają piloty? Że co jakiś czas, что некоторое время периодически ten przyrząd musi być na nowo wzorcowany, na nowo ustawiony, dostrojony. Периодически этот прибор должен быть перенастроен по-новому, то есть снова его надо настроить. Bo jeżeli tego nie ma, to może dojść do, on przestaje działać i może dojść do tragedii. Потому что если этого нет, он перестает работать и может быть трагедия. Twoje ciało, twoja dusza i twój duch musi być co 7 dni настроены на ново. Твоё тело, дух и душа каждые 7 дней должен быть перенастроен. Potrzebujesz ponownie skupić się na tym, czym jest uwielbienie i oddać Bogu chwałę. По-новому сосредоточиться на том, что является прославление и воздать Богу славу. Wiecie, przykro jest dzisiaj patrzeć, jak wielu ludzi spędza swój wolny dzień. Вы знаете, очень жалко смотреть, как множество людей вообще вот проводит свой свободный день. Ludzie używają tego dnia do, by zaspokoić swoje fizyczne potrzeby. Люди используют этот день, чтобы успокоить свои физические нужды. Эмоциональные чи душевные также. Или душевные также. Ale ich duch jest pusty, но их дух является пустым, napełnienia. А он нуждается в том, чтобы быть наполненным. Napełnienia Bożą miłością, наполненным Bożą obecnością, mocą. Божьей любовью, Божьим присутствием и Божьей силой. Wiecie, wielu wierzących przekształca ten dzień nie w dzień czci Boga, ale w dzień zabawy. Вы знаете, много верующих меняет этот день от дня поклонения в день такого веселения, просто развлечения. Nie wiem, jak jest u was, ale u nas w Polsce, zwłaszcza gdy zaczyna się lato, chrześcijanie zaczynają czcić Boga słońce. Вы знаете, я не знаю, как у вас, но у нас, собственно говоря, в Польше христиане, когда начинается лето, они почитают скорее Бога солнца. Namaszczają swoje ciało olejkami. Nam marzą swoje ciało maslami. Potem leżą przed Bogiem słońcem. Leżą przed Gospodem słońcem. I to jest ich uwielbienie. I to ich poklonienie. Lecz jeśli w twoim życiu wszystko, co robisz, to praca i zabawa. No, posłuchajcie, jeśli wszystko, co ty robisz w swojej życiu, to robota i вот такое вот веселье, to zaczniesz myśleć, że w życiu właśnie tylko o to chodzi, o pracę i zabawę. A, to no, możesz tak i начать думать о том, что, собственно говоря, из этого жизни состоит, из работы и таких развлечений. A w życiu chodzi o coś więcej. No, w жизни речь о чем-то большем. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby i cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkody? I tak, co pomoże człowieku, jeśli весь мир он приобретет, a duszę swojej powredит?
Dlatego Bóg zadaje nam pytanie, co robisz ze swoimi 7 dniami w tygodniu? Поэтому Бог задаёт нам вопрос: что ты делаешь со своими 7 днями в течение недели? На что разменяешь твои 168 годин? На что ты меняешь свои 168 часов? Бог говорит, чтобы ты отпочил. Бог говорит, чтобы ты отдохнул. Наставил свою духовную частотливость. Чтобы ты настроил свою духовную частоту. Скупил себя на Богу. Сконцентрировался на Боге. И потребуешь этого каждодневно, а шчегульне со 7 дней. И нуждаешься в этом каждый день, а собственно говоря, каждый 6-й день после 6-го. И когда мовю настроить своего духа, то мам на мысли увельбение. И когда я говорю о том, чтобы настроить свой дух, мне приходит на разум поклонение. Послушайте этого уважнее, ойцовие. Послушайте это внимательно, отцы. Если хотите быть духовными лидерами в своих домах, если вы хотите быть духовными лидерами в своих домах, то есть направде барзо просто. Я скажу, это на самом деле очень просто. Ваша верность в отдаванию Богу чти есть добрым прикладом, который может кształтовать ваши дети. Ваша верность в том, чтобы отдавать Богу честь, является хорошим примером в том, чтобы формировать ваших детей. Свои дети не только учим вартости. Своих детей не только учим ценностям. Мы их переказываем. Мы и передаем их жизнью. Проповедуем им своей жизнью. И они вылавливают это автоматически. И они вылавливают это автоматически. И если говоришь своим детям: «Dzisiaj не пойдем на spotkanie kościoła, bo jesteśmy zmęczeni». И если ты говоришь своим детям: «Сегодня не пойдем на церковную встречу, потому что мы устали». Bo mamy dodatkową pracę. Потому что у нас дополнительная работа. И dlatego nie pójdziemy. И посему не пойдем. Więc utrwalamy w takim sposób wzorce i niekonsekwencje. Итак, таким образом мы закрепляем примеры, которые неположительные. А Бог говорит, что каждого 7-го дня маш отпочинь. А Бог говорит, что каждый 7-й день ты должен отдохнуть. Наладовать энергию. Зарядиться энергией. Обновиться. Обновиться. Сбудовать духа. Построить свой дух. И ответить себе на питание. И ответьте себе на этот вопрос. Моя праца, чи отдавание чти Богу, есть наиважнейшее в моем жизни. Моя работа или отдавание Богу славы, что является самым важным в моей жизни, то или это? А как то добре все уставишь? А когда ты все это настроишь хорошо, то кажется, что и праца есть местом отдавания Богу то хвалы. То окажется, что и работа может быть тем местом, где ты можешь прославить Бога. Сближаемся уже до конца. И уже приближаемся к концу. Купując самохód, dostajesz do niego instrukcję obsługi. Покупая машину, ты получаешь инструкцию к тому, как ее обслуживать. И та инструкция mówi, że jeśli będziesz robił odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób, samochód będzie ci służył jak najdłużej. И та инструкция говорит, что если ты будешь делать определенные вещи определенным образом в определенное время, эта машина будет служить тебе очень долго. Еще то есть инструкция обслуги нашей жизни. И знаете, это инструкция обслуживания нашей жизни. И та инструкция говорит, что со 6-й день мусишь отпочить. И эта инструкция говорит, после каждого 6-го дня ты должен отдохнуть. Мусишь звольнить. Должен притормозить. Переорганизовать свой час. Переорганизовать свое время. Спендить свой час на увельбение у Бога. Провести свое время поклоняясь Богу. Наладовать своего духа. Зарядить свой дух. Быть дольше и здоровее и для Божьей хвалы жил. Чтобы дольше и здоровее для Божьей славы, во имя Божьей славы, для Божьей славы ты жил. Стиль жизни, который нам пропонует Иисус, он не есть вцале так и трудный. Вы знаете, стиль жизни, который предлагает нам Иешуа, он, собственно говоря, не такой уж и сложный. Przecież на początku czytowałem Jego słowa, że On przyszedł, abyśmy mieli życie i obfitowali. Поскольку с самого начала мы читали слово о том, что Он пришел для того, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. Если trzymamy się Bożych zasad, zyskujemy fizycznie, duszewnie i duchowo. Если мы придерживаемся Божьих принципов, приобретаем физически, духовно и душевно, эмоционально. А kiedy nie postępujemy zgodnie z Bożymi zasadami, а когда не делаем в соответствии с Божьими принципами, Христос не есть в центре нашего жизни. Христос не является в центре нашей жизни. И тогда мы измучены эмоционально, стрессованы и нервовы. Мы уставшие эмоционально, в стрессе, и мы нервные. Coś wiem na ten temat. И я что-то знаю в этом. Gdy zaczynałem pracę w kościele, когда начинал свою работу в церкви, не mieliśmy żadnego dnia wolnego. Не имели мы ни одного дня свободного. Kiedyś stanąłem przed moim kościołem i powiedziałem, jak będzie mój wyglądał mój tydzień pracy. Когда-то встал я перед церковью и рассказал, как будет выглядеть моя неделя работы. И powiedziałem to tak. И сказал это таким образом.
В понедельник буду служить Богу, служанц моей родине. В понедельник буду служить Богу, служа моей семье. Во вторник, в среду, в четверг и пятник буду служить Богу, служанц вам. Во вторник, среду, четверг и пятницу буду служить Богу, служа вам. В субботу буду служить Богу, служанц собе. В субботу буду служить Богу, служа себе. By в неделе служить Богу, служанц вам. Чтобы в воскресенье служить Богу, служа вам. Pamiętam, jak wtedy jedna osoba z sali krzyknęła. I помню, как один человек из зала крикнул. To będziesz miał lepiej niż ja. To будешь лучше делать, чем я. Będziesz miał lepiej niż ja. Nie lepiej robił, tylko będziesz miał lepiej niż ja. To будешь miał. Будешь иметь больше, чем я. Tak. Tak. Że będę miał lepiej w życiu, nie? Чтобы да, что будет у тебя больше, лучше в жизни. Tak. Более успешнее в жизни, да. Kiedy pojechaliśmy na pierwszy urlop, когда поехали мы на первый отпуск, то выехаliśmy на pierwszy urlop в неделю по набожеństwie, то выехали мы на первый отпуск в воскресенье после собрания, а вручiliśmy в субботу перед набожеństwem, а вернулись мы в субботу перед собранием. A cały tydzień urlopu spędziłem w budce telefonicznej, dzwoniąc do ludzi z kościoła. A całą niedzielę ja потратил na to, że ja siedział w telefonie budki i dzwonił ludziom z cerkwi. Bo czułem się winny, że odpoczywam. Потому что ощущал вину за то, что я отдыхал. Być może znacie tę historię. Возможно, знаете эту историю. O pastorze, który obiecał swojemu synowi, że pójdzie z nim na ryby w dzień wolny. A pastorze, który obiecał swojemu synu, że pójdzie z nim na rybalkę, kiedy będzie wychodny. I gdy już mieli iść na ryby, i kiedy już должны были идти на рыбалку, zadzwoniła kobieta z kościoła. Позвонила какая-то женщина с церкви. Że chce z nim porozmawiać o bardzo ważnej sprawie. Что хочет поговорить с ним об очень важном таком деле. Ta sprawa była tak ważna, że jakby poczekała następne 10 lat, nic by się nie stało. To такой вопрос был настолько важный, что если бы подождала еще 10 лет следующих, ничего бы вообще не изменилось. Ale syn był zawiedziony, że po raz kolejny ojciec z nim nie spędził czasu. Но сын был настолько злой, что в очередной раз отец не провел с ним время. Minęło 10 lat. Прошло 10 лет. Syn nie chciał naśladować Jezusa. Syn nie chciał следовать за Иисусом. Bo patrzył na swojego ojca. Потому что смотрел на своего отца. I widział Jezusa jako tego, który zabrał mu ojca. И видел Иисуса как того, кто забрал у него отца. I wiecie, co powiedziała ta kobieta z kościoła? И знаете, что сказала эта женщина с церкви? Ale my mamy pastora. Ach, у нас пастырь. Nawet swojego dziecka nie potrafił wychować. Даже своего ребенка не смог воспитать. Mój syn kilka lat temu jadąc ze mną samochodem. Mój syn несколько лет назад, когда мы ехали вместе на машине. Powiedział mi: "Tato, wybaczyłem ci". Он говорит: "Папа, я простил тебя". I co z tego, że mi wybaczył? Cieszę się, że mi wybaczył. И что с того, что он, я, конечно, рад, что он мне простил. Ну что с этого? Ale czasu straconego już z nim nie spędzę. Но времени, которого я бы мог провести с ним, уже не проведу я. Cieszę się, że przyszedł do Boga i dzisiaj jest na misjach daleko w Meksyku. Я очень рад, что он пришел к Богу и сейчас на миссии далеко в Мексике. I gdy przed wyjazdem na misję wracał po spotkaniach z przyjaciółmi o drugiej w nocy. I kiedy после того, как возвращался с миссии, он возвращался после встречи со своими друзьями, даже в 2 часа ночи. Ja nie spałem. Я не спал. Martwiłem się o niego. Переживал о нем. I słyszałem, jak wkładał klucz w drzwi. Как он вкладывал ключ в дверь. I jak już wchodził, byłem spokojny. И когда он уже входил, я уже был успокоен. Powiem wam, dzisiaj bym wszystko oddał, żeby usłyszeć dźwięk klucza w drzwiach. I знаете что, сегодня я бы все отдал, чтобы услышать звук вот этого ключа в замке. Бог в своей мудрости дал нам вольный один день. Бог в своей мудрости дал нам один свободный день. А мы в своей глупоте wiemy lepiej. А мы в своей глупости знаем, как лучше. I może to kazanie wydawało wam się dzisiaj nudne. I może być ta propowiedź казалась вам сегодня нудной. Ale jeśli nie zastosujecie tych duchowych rzeczy, no które dzisiaj będą mówione. No если вы не будете использовать те духовные вещи, о которых мы сегодня говорили. Сами będziecie wypaleni totalnie. Сами будете полностью выгоревшие полностью. Relacje w rodzinie będą leżeć отношения под Богiem. В семье будут лежать просто вот на земле. Relacja z Bogiem będzie zniszczona. Отношения с Богом будут разрушены. За яку ціну? За що? За яку ціну? Що будемо мати трохи більше гривні? Що будемо більше гривень мати? Що будемо мати краще становище? Що буде положення у нас краще? А то буде ще лічило в небі? А це от буде вважатися в небі? То не буде ще лічило в небі. Це не буде вважатися в небі. Dlatego Бог сьогодні взива нас до повороту до тих засад. Поэтому Бог сьогодні зове нас к возвращению, возвращаться к этим принципам. Я волав би, щоб жена моя цього казання не слухала. Я би, звісно, хотів, щоб моя жена цієї проповіді не слухала. А потом использует это против меня.
Ale to mówimy dzisiaj o bardzo ważnych rzeczach. No, говорим сегодня об очень важных вещах. Drodzy, wielu z nas zawaliło w tej kwestii. Многие из нас не справилось в этом вопросе, с этим вопросом. Może w piątek macie rozpoczęcie szabatu. Может быть, в пятницу у вас есть начало шабата. Może nawet w sobotę z rana jesteście na nabożeństwie z innymi. Может быть, даже в субботу с детьми вы на служении. Ale bądźmy szczerzy, czy czasem nie jesteśmy później w sklepie, w jakichś innych rzeczach, zapominając zupełnie o wartościach tego dnia przed Богом. Но знаете что, давайте будем искренне. После того, как шаббат, служение заканчивается, мы идем в магазины и где-то там тусим и забываем о ценностях этого дня. Я не jestem ортодоксийным фарисеем. Я не ортодоксальный фарисей. Я jestem człowiekiem, który po 30 latach dotarł do takiego punktu w swojego życia, że chce się zgodzić z Bogiem. Я такой человек, который после 30 лет хождения с Богом пришел к такому моменту, что я хочу уже согласиться с Ним. Czy macie jeszcze chwilę siły, есть żeby у вас słuchać? Еще силы немножко послушать, да? To jedna historia. И вот еще одна история. Gdy dostałem pierwszą moją Biblię, когда получил первую мою Библию, to był rok 81, byłem na uniwersytecie. 81 год был тогда, я еще в университете. Zacząłem czytać list Jakuba. Начал читать послание Якова. I zacząłem się śmiać z jednego zdania. И начал смеяться с одного предложения. Wiecie, jakie tam jest zdanie? Знаете, какое там предложение? Że przykazania Boże są przykazaniami wolności. Что заповеди Божьи – это заповеди свободы. Jak to przeczytałem, zacząłem się śmiać. Kiedy to przeczytałem, начал смеяться. Byłem na uczelni, gdzie było, jak już wam mówiłem, 120 dziewczyn i 5 chłopaków. Był ja w takim uniwersytecie, jak już ja wam mówiłem, było 120 dziewuszek i 5 pacanów. I przeczytałem, że 10 przykazań to są przykazania, które dają wolność. I przeczytał, że 10 zapowiedzi to takie zapowiedzi, które dają swobodę. Ja się z tego śmiałem. Ja śmiałem z tego. Jaka tam wolność? Jaka tam swoboda? Jak nie wolno mi tego, tamtego, jeszcze tego? Jeśli mnie nie można, to jeszcze i to nie można. Aż któregoś dnia. Aż, no w jakiś dzień. Siedziałem przed drzwiami mojej uczelni i płakałem. Siedział przed drzwiami mojego uniwersytetu i płakał. Bo złamałem większość Bożych przykazań. Потому что я нарушил большинство Божьих заповедей. I dotarło do mnie. И пришло ко мне, дошло до меня. Że trzeba będzie ponosić konsekwencje. Что будут последствия. Że już nie będę mógł zrobić tego, o czym marzyłem. Что уже не смогу сделать то, о чем я мечтал. Że nie będę mógł się wybrać tam, gdzie bym chciał. Что уже не пойду туда, куда бы я хотел пойти. Ponieważ na skutek złamania Bożych przykazań muszę już teraz żyć w inny sposób i ponosić konsekwencje, które będą miały wpływ na całe moje życie. Поскольку я нарушил Божьи заповеди, то теперь в течение всей своей жизни я буду сталкиваться с последствиями, и я вынужден буду жить таким образом. Płakałem i mówiłem sobie, głupku, gdybyś posłuchał tego, co tam jest napisane. Плакал и говорил себе, глупый, если бы ты послушал того, что там написано. Zbawienie jest darem łaski. Избавление с даром милости. Ale wszystkie przykazania zostały nam dane na to, żebyśmy osiągnęli szczyty wolności. No, все эти заповеди были даны нам для того, чтобы мы достигли вершин свободы. Na pewno znacie ten tekst, który mówi, że Jezus zniósł przykazania. Наверное, знаете о том, что Иисус понес, как бы отменил закон, такое место, да, есть о том, что он исполнил закон. Że zniósł, no, że все, уже не ma его, нету его, все. Dużo myślałem o tym. Очень много мы размышляли об этом. Аж przypomniała mi się historia z dzieciństwa. No, аж вспомнил такую историю со своего детства. Gdy byłem małym chłopakiem, когда был маленьким мальчиком, ja byłem takim włóczęgą. Я был таким, знаете, оборванцем с таким сельским. Jak tylko była dziura w płocie, to ja już byłem za tą dziurą. Если была уже какая-то дырка там в заборе, я уже был там вот за забором. I mój tata zbudował płot. И мой отец построил забор. Po co zbudował ten płot? Зачем он построил этот забор? Chciał mnie ograniczyć? Хотел меня ограничить. Nie, on nie chciał, żebym się zabił, przechodząc przez ulicę. Нет, он хотел, чтобы я не умер, не чтобы меня не убило, когда я буду перебегать через дорогу. Ale któregoś dnia on rozebrał płot. Но в какой-то день он разобрал этот забор. Dlaczego to zrobił? Зачем он это сделал? Bo te wszystkie rzeczy, które chciał mnie nauczyć przez płot. Потому что все эти вещи, которые он хотел научить меня благодаря этому забору. Zamieszkały w moim sercu. Они поселились в моем сердце. Dlatego Bóg zesłał swojego Ducha Świętego. Поэтому Бог послал своего Святого Духа. Zesłał go w tym samym dniu, w którym kiedyś Mojżesz, w rocznicę nadania przez Mojżesza prawa. Послал его именно в тот же самый день, когда он когда-то дал Моисею заповеди.
по то, чтобы мы жили в способ вольный. Для того, чтобы мы жили в свободе. Чтобы это было нашим внутренним. Чтобы это было нашей внутренностью. Чтобы мы осягнули те щиты, которые Бог имеет для нас. Чтобы мы достигли тех вершин, которые Господь имеет для нас. И то право, дотичанце шабату. И это закон, который относится к шабату. Также Бог дал для нашего добра. Он также дал нам для нашего добра. Для нашего, для нашей релации с ним, для наших взаимоотношений с ним, для наших релаций в родинах, для наших отношений в семьях, для наших релаций вщут приятел, для наших отношений среди приятелей, чтобы мы не выпалились в своем жизни, чтобы мы не перегорели в своей жизни, але чтобы мы осягнули те щиты, до которых он нас, но чтобы мы достигли тех вершин, которых он нам которым он нас призвал, и бы мы не мучили переживать того, что я переживал, и чтобы мы не переживали то, что я переживаю, когда думаю о своем сыне. Похилим наши головы. Давайте склоним наши головы в молитве. Хотел бы помолиться о тех из вас, которые щедро хотят признать, в этой квестии завалилен. Хотел бы помолиться за тех из вас, которые готовы признать, что в этом вопросе я не справился. И хочу изменений. И хочу изменений. Хочу отдать руководство Богу. Хочу отдать руководство Богу. И хочу перестать мыслить о себе как о зажонце света. И хочу перестать думать о себе как тем, кто управляет целым миром. Если до кого-то из вас было сейчас это слово, если кому-либо из вас дай знать особым образом это слово было относилось, дайте знать об этом, поднимите руку.